Стрельба в центре Парижа. У собора Нотр-Дам-де-Пари полиция проводит спецоперацию. Почти 900 человек оказались заблокированными внутри здания. Неизвестный мужчина напал на полицейских с молотком. Правоохранители открыли огонь в ответ и ранили нападавшего в ногу. Позднее оказалось, что у злоумышленника также было еще два ножа с собой. Район вокруг собора оцепила полиция. Парижан попросили держаться подальше от места нападения. Расследованием занимается отдел по противодействию терроризму. Французская пресса сообщает, что нападавший — это 40-летний студент алжирского происхождения. Во время атаки он прокричал: «Это за Сирию».